Друзі, вітаю! Ще до початку війни, яку розв'язала Росія в Україні, я засняв кілька цікавих і повчальних відео. І тому я їх вирішив викласти для вас, щоб ви їх подивилися, зробили свою оцінку, зробили свої коментарі. І, до речі, хочу сказати, щоб ви в коментарях ще сказали, що б ви хотіли почути нового в плані пластичної хірургії, навколо пластичного хірургічного життя. Так що пишіть свої коментарі. Мирного вам неба, до перемоги разом. Самому, стоя перед зеркалом, определіть, який варіант для вас більш оптимальний. Міні-абдомінопластики или класичної, повноцінної абдомінопластики. Удаление этого фартуха, который никакими уже другими путями не удается сократить, эта операция дает возможность еще не только улучшить переднюю брюшную стенку, она дает возможность улучшить и промежность. Приветствую, друзья! Павел Денищук, пластический хирург. А сегодня мы будем говорить о мини-абдоминопластике. Что такое мини-абдоминопластика? Та же абдоминопластика, которая дает возможность убрать только фартух в области нижней трети живота и не достигает до удаления тканей кожи до пупка. То есть мы удаляем ткань, которая располагается в области лобка и до середины расстояния между пупком и лобком. То есть пупок мы не трогаем, мы не перемещаем. Потому что большая абдоминопластика, она предполагает перенос уже тканей, которые в области пупка. И пупок формируется уже в новых тканях, которые над пупком. И, пожалуйста, ссылку я оставлю по абдоминопластике, посмотрите. А мини-абдоминопластика – это менее травматичная операция, которая дает возможность все-таки провести удаление этого фартуха, который никакими уже другими путями не удается сократить. И липосакция в этой ситуации не поможет, потому что ткань не сокращается. Это очень актуально для пациентов, у которых был кесаревый разрез для родовспоможения. И этот рубец, к сожалению, он травмирует нервные волокна, мышцы, и кожа не сокращается. В этой ситуации как раз выход – это мини-абдоминопластика. Нужно сразу же отметить, что во время мини-абдоминопластики есть возможность сделать пластику прямых мышц живота, как после пупка, так и до пупка. У меня такие пациенты есть, и неоднократно я делал, когда я делаю мини-абдоминопластику. И при этом я ушиваю диастаз, просто укрепляю мышцы, которые над пупком. Для профессионального пластического хирурга такая возможность не есть большой задачи, это все абсолютно нормально можно сделать. При том, что вы понимаете, да, что мы удаляем только ткань, которая находится в нижней трети животика. И в этой ситуации намного легче мне пойти на эту операцию, когда уже есть рубец. У меня уже передо мной, например, или кесаревский разрез, или там другие какие-то разрезы есть в нижней трети живота, и это дает возможность мне намного более свободно рекомендовать мини-абдоминопластику, и тогда мы получаем красивый втянутый животик с пластикой мышц, и при необходимости, кстати, я провожу и липоаспирацию. В моих руках это, как правило, будет вибрационный метод липоаспирации верхней трети живота, талии. И это даст возможность провести так званое липоскульптурирование тканей в области передней брюшной стенки и талии, иногда в области спины. Почему я говорю об этом как раз объеме? Потому что это как раз входит в тот объем, который оптимально будет для послеоперационного периода, когда нужно пациенту носить как минимум месяц специальное компрессионное белье. И если она уже носит это белье, почему не уменьшить в объем области талии, в области спины, для того, чтобы как раз получить гармоничный вот этот результат. Иногда пациенты меня просят, давайте еще бедра, давайте руки, еще то-то. Но в этом отношении лучше делать все постепенно. При небольших объемах мы можем расширять объемы липоаспирации, но при таких серьезных вариантах, когда мы делаем мини-абдоминопластику, в этой ситуации лучше ограничиться как раз зоной передней брюшной стенки, талии и спины. Мы имеем возможность действительно серьезно сузить объемы в области талии и получить втянутый животик.
когда мы опускаем лоскут, отсекли кожу в области нижней трети живота, мы опускаем, мы немножко пупочек тоже стягиваем вниз, поэтому в какой-то степени пупочек подтягивается чуть ниже, нам какие-то там миллиметры, может быть, до сантиметра, и он может в какой-то степени быть вытянутым. Но это, как правило, пациент, мне ни один пациент не пожаловался, что у него стал более вытянутым тот же пупок. Но к этому нужно быть готовым, особенно для тех пациентов, у которых очень низко расположенный пупок. Кстати, я хочу вам дать возможность самому, стоя перед зеркалом, определить, какой вариант для вас более оптимальный – мини-абдоминопластики или классической, полноценной абдоминопластики. Вы становитесь перед зеркалом и начинаете свой животик как бы в руках стягивать верхний и нижний лоскут друг к другу. Вот, пожалуйста, вот он берет складочку и начинает оттягивать. Здесь рожавшая женщина, и, конечно, у нее есть еще объем в области надпупочной, и когда бы мы сделали липосакцию, эти ткани бы абсолютно нормально бы опустились бы, и мы могли бы сделать ей полную абдоминопластику. Вот она стоит, лобок поднимается вверх, и пупочек, вот эту всю ткань по пупок мы можем убрать, это будет объем полной абдоминопластики, и как вот пациент может сам себе определить. Модель, которую я нам покажу сейчас, вот после кесарского разреза, у нас есть деформация животика, у нас есть моменты, которые действительно требуют какой-то коррекции. И что нужно? Вам нужно дома самому вот так взять животик и в такую складочку. Видите, она берет, но до пупка мы никак не можем дотянуть этот объем и удалить все для классической абдоминопластики. Здесь, конечно, оптимальный вариант для мини-абдоминопластики. Еще раз пробуйте, вот это то, что вам нужно взять перед зеркалом. Вот такой вариант. Вот этот объем мы можем удалить. До пупка нам далеко еще. А все вот эти ткани мы можем иссечь. Мы уберем вот эти места от дренажей, разрез, и мы его опустим намного ниже. Если, например, у женщины нету никаких рубцов в области лобка, там аппендэктомия у нее или аккуратно сделана, или нету никаких разрезов, рубцов в области передней брюшной стенки, и есть какой-то такой вот фартух, который, ну, требует какой-то коррекции, и уже все методы использованы, то я, конечно, буду уже рекомендовать мини-абдоминопластику для того, чтобы с минимальным рубчиком, буквально там 15, может быть, 20 сантиметров в области лобка, который спрячется в области бикини, при том, что если уже там есть рубец после предыдущих операций, то в этой ситуации, конечно, намного легче и проще решиться на такого плана операцию для того, чтобы уменьшить вот это нависание. После кесарских сечений такие как бы деформации, верхний этаж нависает над нижним, ну, такого ушивания, не сократились ткани. И в этом плане как раз мини-абдоминопластика чудесно поможет выровнять уровень передней брюшной стенки с минимальной травмой, с минимальным периодом реабилитации, потому что сама абдоминопластика, особенно классическая абдоминопластика, она требует определенной реабилитации, восстановления после операции. Мини-абдоминопластика намного легче в плане реабилитации и быстрее, и короче этот период реабилитации. Поэтому в этом отношении можно абсолютно спокойно рекомендовать уже мини-абдоминопластику, если есть там какой-то рубчик. Ну и, конечно, чтобы этот рубец в послеоперационном периоде был минимальным, обязательно нужно ухаживать и выполнять все рекомендации хирурга в послеоперационном периоде. Основная рекомендация должна быть в понимании у пациента после такой операции, что до полугода минимизировать напряжение передней брюшной стенки, то есть любое упражнение можно только с такими более сгибательными вариантами. Нельзя разгибать спину, потому что разгибательные упражнения, они будут натягивать послеоперационный рубец, и это приведет, к сожалению, к растягиванию рубца. Плюс мы своих пациентов в послеоперационном периоде обязательно полгода наблюдаем, обязательно смотрим за рубцом, корректируем, если есть необходимость, специальными пластырями, специальными тейпами, для того, чтобы, опять же таки, цель наша – минимизировать напряжение на этот рубец. И это даст возможность получить буквально тонюсенькую полосочку после операции, которая через полгода белеет и становится менее заметной. По рубцу еще очень важно отметить, что задача пластического хирурга – положить так рубчик, чтобы даже если вы будете в бикини, даже в каких-то плавках,
у вас рубчик это должен быть скрытым. Кстати, я своим пациентам некоторым говорю, чтобы они приносили свои там бикини, которые они любят, и буквально по этому бикини я буду там формировать свой будущий рубец, так проектировать свой разрез, чтобы в послеоперационном периоде никакая часть рубчика не выходила из-под таких узких плавок или узкого там белья. Еще, кстати, очень важный момент, особенно ну, возрастным женщинам, которые планируют как раз абдоминопластику или мини-абдоминопластику, эта операция дает возможность еще не только улучшить переднюю брюшную стенку, она дает возможность улучшить и промежность, потому что мы как бы подтягиваем вверх весь массив промежности, улучшается форма больших половых губ, и этим самым идет такое омоложение еще и промежности. Это немаловажный фактор, как для классической абдоминопластики, так и для мини-абдоминопластики. Итак, друзья, я вам рассказал о возможностях мини-абдоминопластики. Я думаю, что для вас это было интересное видео, особенно девушкам, женщинам, которые рожали, которые планируют рожать. Если у вас есть дополнения, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте обязательно. Если вы будете считать нужным, поблагодарите меня лайками, репостами и подпиской на канал. Кстати, хочу отметить, кого интересует живая хирургия, увидеть, как я это все делаю, подписывайтесь на мой инстаграм-канал. Там очень часто я выкладываю живую хирургию, и вы там будете видеть, кстати, как я делаю элементы и абдоминопластики, в том числе и мини-абдоминопластики, как формируется рубец, то есть это все можно увидеть. А так, будьте здоровы, удачливы и с красивым животиком. Удачи вам!